Здорово-здорово, Фрости Крик. Следующий эпизодик. И будем пытаться пройти на крызе сложности с моими ребятами. У нас Тедди, Тедди Икс, Максикс, Рэй Икс. Блин, у всех Икс. Тедди Икс, Макси Икс, Рэй Икс. Это что, какая-то мода на Икс? Может мне тоже Андромалик Икс Плей, я не знаю, добавить? Чуть такое, такого никогда не было. Они тоже, наверное, паки открывают, поэтому не готовы. Давайте, Райан... Ой, это, кстати, самый крутой чувак. 104 у него килла было в прошлой игре. Так что это надо подождать. Он прям молодец, молодец. Не нубас, так сказать. А я на втором месте, да, по киллам был. Вот так вот. Больше меня. А за кого он играл, я даже и не помню. Наверное, за обычного солдата он играл. Что-то типа того. Или All Star все-таки был. Не помню. Не помню. Так, значит, что? За кого-то поиграем? Может, All Star протестим? Я его просто говорил, что он плохой. Давайте хоть найдем какой-нибудь хороший. Мне казалось, что самый крутой Tennis Star. Вот у меня в голове, что Tennis Star это самый лучший All Star. Я не знаю, правда это или нет. Давайте поиграем, я оценю его. Давно не играл. Яйцо красиво, мне нравится. Что еще тут есть? Ай, не видно это все равно. Оружие. Ну, оружие у него прикольное. Пусть такое и будет. Способности есть. Далеко кидать этого или близко? Несколько вот этих давайте поставим. А, подождите, подождите. Это типа... Это быстрее... Это больше урона, по-моему, наносит. Но дольше восстанавливается. А это меньше урона, но быстрее. Давайте обычную поставим. Фьючи. Вот эту, кстати, штуку я не помню, на самом деле. Что-то из будущего, типа... Типа, посмотрим. Так, апгрейд на урон, на перегрев и оверхит пенальти. Все на оружие, короче, у него. На больше ДПСов. Для ПВЕ режима это лучший выбор. Так. Че у нас тут? А, блин. Все, у нас два All-Star'а. Два All-Star'а будем расстреливать. О, это золотая. Золото. Кто-то поставил. Тут дополнительное золото будет выпадать. Зачарованное место. Так, что у нас? Давайте будем ставить то, что у нас очень много накопилось. Вот 100 с чем-то у нас боксеров или кого там. Ну да, это боксеры. Вот. Будем ставить боксеров. Дольше могу стрелять без перегрева. А если перегрев, быстрее восстанавливается. Ну, там, на полсекундочки, наверное, вы можете... О, тоже, кстати, умер быстро. Я тоже, когда первую волну в прошлый раз начинал... О, смотрите, когда стреляешь, нельзя ревайв делать. Вот это прикол. All Star не может стрелять и делать ревайв. Это мелочь такая вот. Нюанс по механике. Здесь у нас какой бычок. А кто сидит-то на нем? Что это за зомби сидит? Не могу понять. Он какой-то странный. Такого нету в игре. Кто это сидит? Они хотели добавить дровосека еще. Прикиньте, кстати, реально новый класс в новой части будет. Дровосек такой с топором зомби. Такой вч-вч. Какие скиллы у него там. Крутиться вокруг и всех сбить. Топором рубить. Это похоже, как у Супер Брейнс такой скилл будет. Потом еще скилл кинуть топор вперед, и он возвращается как бумеранг назад. Это как в God of War в игре. О, кстати, вот эту штуку. О, смотрите, 3-9 прям. Табло какое. Да. Что-то они все побежали. Забыли, что крейзи сложность, ребята. Вы что? Куда так рисковать-то? Убили. Так, и тут еще есть место для боксера. Так, еще идут. Это еще не все. Нападает. И с этой вроде стороны. Вот иногда музыка играет хорошая, да? Бывают треки приятные в игре. А иногда вот какая-то музыка не сильно интересная.
Бывает как-то поинтереснее мелодия. Вообще, в саундтрек здесь не сильно какой-то интересный. Мне кажется, в Battle Neighborville там что-то и было интересное. В первой части не помню. Во второй тоже ничего не запомнилось. То есть, бывает же саундтрек, знаете, поиграл в игру, хочешь просто так послушать его без игры. Здесь у меня такого нету, что что-то я хочу слушать. Не зацепил саундтрек. Ну, такой ненапряжный. Что-то бубнит там в конце, саундтрек такой. Так, это у нас... Нельзя допустить ни одного врага, чтобы хоть кто-то нанес урон нашему гривьярду. Это у нас задача. Давайте попробуем ее реализовать. Дополнительное золото получим. Так. Сюда не идут. У него шлем как вот здесь похож. А, ну нет, немножко другой. Да что такое? Это что, не запрыгнешь, что ли? Что, с разбегу, что ли? Он реально не может запрыгнуть. С высоты небольшой. Во. Запрыгнул. И тут еще появились. Ты так не спеши. Вот, он поспешил, его убили. Ты же просто ученый, чувак. Ты должен нам помогать. Сейчас убью и тебя воскрешу, чувак. Все, воскрешаю. О, они бьют эту защиту. Бам-бам, бам-бам, бам-бам. И берите вот эту штучку. Бам. А у нас два ученых и два олстара. Ну что, нормальный состав должен быть. Просто ученые должны подальше стоять. Ой. Не ту кнопочку нажал. Ой, не допрыгни. А, не, нормально. Где последний? Базу нашу трогать нельзя. Я буду у базы. Здесь поставим. Бам. Где-то последний остался. Ой-ой-ой, нет, 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 нет. Ух, как близко, ой, как близко. Не-не-не-не-не. Фу, как они дошли до конца. Они боксера, походу, убили. Вот здесь у меня боксер стоял. Да-да-да, вот там он. И здесь тоже что-то, наверное, стояло. Сейчас я восстановлю. А нет, этого боксера они просто обошли как-то. Они просто обошли, его не трогали. Ну, боксер это аналог Бончоя, по сути. Наверное, такой же урон даже. Наверное, точно так же все происходит тут. Так, ну что, опять бонус. Ну, отлично, тут много бонусов. Это приятно. Это приятно. Бонусы всегда топ. Ту-ду-ду-ду-ду. И... Что дальше? Что дальше? Ой, ой. И... Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Пенек у нас там. И джекпот волна 2500. Ну, слабовато 2500. Ну, сойдет, сойдет. По 3000 издалека, 4 поближе наношу ему. По 5 еще ближе. Какие у нас результаты? 6, 7 вплотную. Все, больше 7, куда бы я ни стрелял. В голову тут. Не в голову. Семерочка это вот максималочка. Перезарядочка хорошая, быстрее чуть-чуть, конечно. Ой-ой-ой, он там использует свой супер-мега-скилл. Сейчас еще Улстара этого убьет. Давайте я потанкую. Хотя у меня тоже немного здоровья. Все, убили. Роза, что ты тут, Роза, вытворяешь-то? Трудно попасть по Розе, она такая узенькая, тоненькая, худенькая. Как по мне попадать-то? Не попал даже вот этой штукой, видите? Роза. Бесячая Роза. Самый бесячий класс в этой игре это вот Роза. Потому что она бессмертная может стать. Это... Ну, Чемпер тоже немножко бесит. О, будем здесь стоять вот так. О. Где еще? Где еще? Во. Чуть не попадаем.
И держи! Пух, никого уже не было. А вот здесь есть. Так, это красавчик такой, синий такой цвет, как я любил, говорил. Когда я тоже играл. В одном выпуске недавно. 32 кило у меня, я на втором месте. Первый, конечно же, 54 All Star, супер, мега, крутой чувак. Какой у него рай ранг у этого чувака? Ну, небольшой, 56. Это, наверное, все-таки вдвоем играют. Тедикс, Райкс, Блэк. У них одинаковый ранг просто. Не знаю, может совпадение просто. И они вместе не играют. Ставим везде боксеров, у меня их просто завалом. Есть еще вот эти вот ядовитые турели, тоже 104. Нет, а нет, 32, не, это вот это которое что-то оглушает только врагов, она, по-моему, урон не наносит. А мы ставим боксеров. Здесь боксер, все, боксеры готовы. Ждем шестую волну. Это была пятая, быстро мы победили. Урон, конечно, никакой издалека. 3-2 там. Что это за урон? Долетит? Не, не долетел. Базу бьют, ребята. Вы что там? Лечение. Ура! 200 здоровья. Ну, плюс, конечно, что 200 здоровья у него. Может, еще апгрейд на здоровье есть. Можно сделать 210-220. Это его основной плюс. А так он, конечно, как класс. Но ПВЕ норм, ПВП не очень. Этих других игроков All Star не имеет преимущества, как по мне. Вон, Цитрона берем. Насколько он быстрый, юркий, что хочет сделать. В ПВП вообще просто бесит всех. Роза тоже самое, бесит всех просто в ПВП. Чомпер бесит. Но All Star он абсолютно не бесит. Ну чем он бесит? Попасть по нему легко, большой такой, целится. Если бы это имп был с 200 здоровья, это был бы лучший класс в игре. О, какая музыка, слышите? Тун-тун вначале была. Вот это вот волна какая-то необычная, походу. Ой, а что это я? Не понял, а что он там взорвался? А, у него, походу, вот это, когда взрывается, происходит взрыв? Серьезно? Я только что просто там что-то стояло мое, и я ничего не стрелял, получается... Ну, давайте смотреть. Пусть они уничтожат. Да! Эта штука, когда взрывается, она наносит урон. Так это супер. Это как у кактуса минка, получается, замедленного действия. Это же круто. Я только сейчас узнал. Вот в чем фишка этой штуки. О, прикол. Вот что-то новое узнал про игру. Если я правильно понял. 75 урона, типа, она наносит. Или что-то типа того. Ну что, прикольно, прикольно. Буду ставить побольше их. Не знаю, сколько их можно за раз ставить, пока следующий, предыдущий не исчезнет. Какой у него максимальный лимит. Непонятно. Надо просто смотреть, ставить. Но они долго довольно ставятся. Восстанавливаются. Видите, следующую не скоро поставлю. Полминуты, может, секунд 40 даже. Ну, полминуты, ладно, наверное. Восстановление идет. Защищайте бомбу. Сейчас будем защищать бомбу. Где же она находится? Бомбочка-то наша. Protect the bomb. Где она? А, вон там, типа Гаргантюа с бомбой. Ой, прям тут появились. Вообще прям. Прям на базе у нас. Вот это фигня вообще, если есть третья, которая взрывается. Стандартная это стенка вообще никакая. Ну что, ревайв делаем или на 10-ю волну лучше оставим? Давайте на 10-ю сейчас мне кто-нибудь может... Они не восстановят меня, потому что здесь вокруг очень сильные эти растения ходят в горшках. Вот они ходят туда-сюда.
У нас базу сильно бьют. Посмотрите, сколько здоровья осталось. 35% где-то, 30, 1 треть где-то, плюс-минус. То что-то плоховато мы держим оборону. Пум-пум-пум, как стреляет, пам. Пам-пам-пам-пам. Ну, справится, справится. Это далеко где-то. Мне бы персонального хилера. И тому All-Star персонального хилера. И мы бы ходили, никогда бы никто нас не убил. Мы бы на себя урон брали, и нас лечилось бы. Сразу восстанавливалось его здоровье. Это было бы круто. Но это только мечты. Блин, сколько я боксеров за эту игру уже поставил? Штук 20 минимум. Их столько и делаю, что ставлю. Ну нет, 20, наверное, только сейчас поставлю, если. Очень мало здоровья с базы, прям таким цветом она указана. Указано здоровье. Такое редко увидишь. Только на 10-й волне бывает такое. А тут мы уже на 8-й так мало здоровья имели. Сейчас уже 9-й. О, это что, можно что-то сделать? Нет? Часы какие-то. Мой, это реальное время? Нет, 5 часов нет. Я думал, реальное время. Реальное время у меня 2 часа почти. Дня. Игроки есть. Сейчас что-то буба какой-то звук издал. Сейчас посмотрю. Все нормально. Это Буба там во сне, наверное, сон видел какой-то. Да, Буба, все с тобой хорошо. Я думаю, что за звуки издает. Это он снилось ему что-то. Может, как в Garden Warfare он играет? Когда человеком в прошлой жизни был. Или будет в будущем. Или в другой вселенной. Так, я даже не увидел, какой босс отходил. Так, босс у нас вот такой вот. Пенечек. Пенечек, пенечек, пенечек. Хорошо. Ой, чё он тут, чё он тут? Так, это ты что тут забыл-то? Я вот переиграл за растения, я теперь растения вижу, и мне кажется, это мои. Я вот сразу их не стреляю, понимаете? Вот у меня какая проблема. Переиграл. Переиграл. Так, это наши, а то я уж боюсь, что сзади кто-то там стрельнет в меня. Это все наши. Так, главное, чтобы базу не били. Здоровья мало. Мы сейчас тут пока тусим с этим. Убиваем его, там еще базу кто-нибудь взорвет. Хорошо. Хорошо, пока что супер легкая волна. А вот возле базы что происходит? Один только был, да? Поставим еще защиту. Защита-мина. Когда уничтожается, взрывается. Прикольно, мне нравится. Ой, вот этот бесячий тоже босс. За растение вот это, наверное, самый бесячий. Вот это просто. Если их 3 штуки, это просто вынос мозга. Просто их не убить. Да, да сейчас, видите, у нас трудности возникают. Так, вот здесь у меня стенка и там. 2 стенки одновременно. Хочу посмотреть, третью можно поставить? Проверить такой вариант. Сколько их максимум ставить-то можно? Так, что-то непонятно. Получается, босс остался и все? Или где-то кто-то еще? Ладно, погнали его убивать, чё? Если он один. Он бесячий, да? Ну а что делать? Все вместе возьмем и убьем. Третий поставил защиту. Посмотрите, старая убралась, не убралась.
телепортировался куда-то. Куда? Во. Защиту себе включил. Он меня сейчас убьет, ребята, подхильте, пожалуйста, 62 здоровья, вы чё там вообще? Ну вот я перед вами стою, но подхиль ты под левой кнопочкой там. Единичку нажми, наверное. Еще бомбочку. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Отлично. Все. Ура, давайте танцевать. Танцы посмотрим, какие у него тут есть. О, старым прошли. Замечательно. Наверное, каким-нибудь солдатом поиграть захотелось мне. А кто там еще? Ну не, ученым не хочу. Импом не хочу. Солдатам, что ли, поиграть? Следующий выпуск. Не знаю, не знаю. Посмотрим. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Арам-зам-зам. Арам-зам-зам. Гули-гули-гули-гули-гули. Ам-зам-зам. Арафикафик. Арам-зам-зам. Арам-зам-зам. Гули-гули-гули-гули. Арам-зам-зам. 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 Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Уничтожены все враги. Бум-б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 ум. 20 секунд, ребятки, держимся. Босса нету на этот раз почему-то. В некоторых режимах, ну, в крейзи сложности, на этих картах появляется в конце босса, иногда нет. От чего это зависит, такой вопрос? От чего? Хорошо. Все улетели, вроде я не считал, вроде 4. Получим бонус небольшой мы за это. Ну что, крейзи сложность, конечно, уже не кажется крейзи сложностью. То есть каждый раз мы побеждаем. Только в один раз было проблемы у нас небольшие. Ну, посмотрим. Надо еще поиграть. За зомби, конечно. Давайте еще одну игру поиграю с удовольствием. Пока даже не устал, не засыпаю. Новую только карту. Вот, на это еще не играли. Офигенная карта. Будем на ней играть. У нас вышел чувак, так что освободилось место. Давайте тогда добавляем всех. Кто зайдет, тот зайдет. Все, с вами, ребята, я прощаюсь. Мы сейчас подготовимся и пойдем играть следующую игру. Всем пока, спасибо, что досмотрели до конца. Лайк, подписка, все дела. Увидимся, не скучайте. Чао! Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.